Тем временем в Якутске столкнулись большой груз и автомашина медицины катастроф, ехавшая по вызову. ДТП произошло на перекрестке улиц Пирогова и Петра Алексеева. УАЗ медицины катастроф двигался со включенными опознавательными маячками и звуковым сигналом. 19-летний водитель КАМАЗа не заметил спецмашину. Пострадал пожилой мужчина. Сегодня, 8 февраля, около 12 часов, 19-летний водитель, управляя автомашиной КАМАЗ, следуя по улице Петра Алексеева в сторону улицы Лермонтова, на перекрестке улиц Петра Алексеева и Стадухина не уступил дорогу автомашине УАЗ, за рулем которого находился 55-летний водитель, работающий в медицине катастроф. По предварительным данным было установлено, что в момент ДТП автомашина УАЗ следовала по улице Стадухина со стороны улицы Курашова с включенными световыми и звуковыми сигналами. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи осмотрели водителя автомашины УАЗ и доставили его в больницу, где ему поставили диагноз ушиб мягких тканей волосистой части головы, ушиб локтевых суставов и ушиб мягких тканей грудной клетки.